Как предупредить правонарушения среди детей и в то же время защитить их права, сегодня обсуждали на открытом форуме прокуратуры республики. Актуальность темы подтверждается тревожной статистикой. В разговоре приняли участие сотрудники прокуратуры, министерств и ведомств, уполномоченные по правам ребенка и другие. Если брать общие цифры, то они вполне благоприятны. Количество правонарушений среди несовершеннолетних уменьшается. По итогам 9 месяцев текущего года их стало меньше на 21% в сравнении с прошлым годом. Но в то же время наблюдается рост по отдельным видам нарушений. И за каждым таким случаем стоит судьба конкретного ребенка. Грабежи и разбои, то есть корыстного содержания, корыстных мотивов преступления, возросли почти в два раза. С 20 до 37 случаев, совершенные несовершеннолетними. Это плохой симптом. Количество преступлений, совершенных подростками, стоящими уже на учете, тоже выросло в полтора раза. Было 30, стало 48. Нужно основательно разбираться в причинах преступлений, считает прокурор Чувашии. И работать здесь надо не только с детьми, но и с родителями. Большую помощь могут оказать психологи, ведь важно понимать, что движет ребенком, когда он выбирает неверный путь. Как он чувствует себя в молодежной среде, какую роль ему отводят сверстники, лжегероя или нарушителя закона. Поняв причины, легче предупредить преступление. В республике создано и действует 28 комиссий. Это как на муниципальном уровне, соответственно, на республиканском, где эти вопросы рассматриваются, принимаются решения. Но без обмена мнением, без организации работы между ведомствами невозможно достичь результата. Дети не должны чувствовать себя одинокими. И неважно, в какой семье они воспитываются, благополучно или не очень. Эта мысль стала одной из основных на форуме. Сейчас реализуются различные проекты. Проводятся тренинги, круглые столы, консультации специалистов для подростков и их родителей. В этом году в городах и районах республики работал автокараван «Чувашия в защиту детства». Специалисты встречались с родителями, педагогами, чтобы вместе найти пути решения проблем. Татьяна Трофимова, Арена Гавелян, Республика.